здоровье и Ивану. Давайте попробуем еще раз, что вначале не очень понравилось. Аплодисменты Анату Гельдебергу! Аплодисменты Ивану Абдушинову! Уже лучше, а теперь давайте все вместе еще раз. Аплодисменты обоим финалистам! Круто! Ну что ж, я думаю, пока можно пригласить, можно вынести пояс чемпиона в октагон. Давайте покажем нашим дорогим зрителям, что же получит победитель нашего турнира. А победитель турнира гран-при получит вот такой шикарный приз, шикарный, очень красивый. И я сейчас за него не про девушку, я про то, что она несет в своих руках. Вот такой вот мощный, шикарный пояс чемпиона весовой категории 276 килограмм. Уже очень скоро тоже приедет его на своем поясе. Также напоминаю, кроме пояса и титула чемпиона, победитель получает небольшой бонус, я бы так сказал, в виде автомобиля! Уже очень скоро мы узнаем, кто же получит все эти награды. Ну что ж, я думаю, что наши финалисты готовы. Я приглашаю бойцов в октагон. В синий угол приглашается Ханат Тайсон Гельдебеков. I'm gonna go to the bathroom.
Let's go!
Спортной громче! Это бомбовая тачка, которую вы все пришли сегодня сюда! Yeah!